Снова здравствуйте. Посылок становится все меньше. Я надеюсь, скоро смогу окончательно разгребстись. И опять, наверное, отъеду на недельку. Хотя нет, в принципе, там на почте что-то еще уже лежит. Нужно будет дойти и взять. Значит, здесь находится похожий товар, я уже получал. Боюсь открывать, порезать. Хотя, по идее, не должно испортиться. Ну да ладно. Аккуратность никогда не повредит. По этой сумке у меня заканчивался уже защита покупателя. Да, там чуть ли до спора не доходил. Но я написал продавцу, говорю, слушай, пока не получил. Он мне продлил защиту, и все остались довольны. Значит, что это такое? Это тактическая сумка. Давайте я ее понюхаю. Да, тоже опять небольшой запашок имеет, ну, не критично, я думаю, выветрится. Значит, здесь у нас есть возможность крепления на карабин, да, чтобы она болталась. Есть возможность крепления моля. Да, то есть там берем, вот, пожалуйста, у нас моля, можно на разгрузочку, на что угодно прицепить, либо, ну, не заморачиваясь, на ремешочек. Сумка точно такая же, как вот до этого я уже делал обзор. Исключение у нас находится вот здесь, карабинчик. Вот в открытом положении карабинчик, не знаю, вот сюда, наверное, карабинчик было бы более правильно, чем сюда. Хотя, может быть, этим карабином надо что-то цеплять, чтобы оно не потерялось, когда бегаешь, прыгаешь. Значит, внутри есть кармашек, раз, большое отделение, два. Здесь у нас точно такая же картина, да, большое отделение плюс кармашек. Достаточно хорошего качества карабин. И вот здесь вот заявляется как место для хранения телефона. Но вот есть у меня некоторые сомнения, то что вот если я возьму свой телефон 5,5 диагональю, то с одной стороны он уместился. Все это дело даже закрылось. Здесь вот видите, резиночка, она вот ему и позволяет умещаться. Ну да, смотрите, то есть вот мой Asus Zenfone Max 5,5 диагональ имеет. Он сюда залез, он здесь находится, он хорошо себя чувствует. Ну, достаточно удобно открыл, достал. Почему бы нет? А сюда у нас вставляется ручка, ну, так как это тактическая сумка, ручка должна быть, наверное, опять же, тактическая, да, которую можно голову проломить, ну, заодно и пишет. Сумка вполне хорошего качества, насколько помню, стоит в районе 350 рублей, если вы ходите, играете там в пинбол, хардбол, страйкбол, фаертаг, лазер, так, любые другие, да, там, ходите на охоту, на рыбалку, за грибами, ну, вполне возможно, эта сумочка вам будет очень кстати. Вот именно эта, она даже повеселее, чем предыдущая. Цвета расцветки есть разные. Вполне рекомендую к покупке. Значит, второй небольшой быстренько открыть. А здесь не столь интересно, конечно, наверное, для большинства будет, но я знаю людей, которые прям вот очень-очень-очень-очень сильно любят вот эту, в общем, любят то, что находится в этой посылке. А в этой посылке у нас находятся 3D-металлические конструкторы. Что такое 3D-металлический конструктор? Вот здесь вот продавец, еще что молодец, он кладет в подарок за то, что я у него взял 5 конструкторов, ну, за один, я думаю, он не будет это класть, он кладет пинцетик. Вот, этот пинцет нужен для их сборки, потому что DrumKit, что здесь внутри, даже затрудняюсь сказать. Очень симпатичная розничная упаковка. Вполне элегантно выглядит, ее можно даже подарить.
внутри находятся 1, 2 или 3 пластины, тонкие металлические пластины, которые работают по принципу ушки, вставляем в дырочки, либо такие, либо такие. И ушки либо загибаем, либо проворачиваем, в зависимости от того, ну, там, треугольничек и кружочек. Там, кружок, по-моему, заворачиваем, треугольничек загибаем. И собираем по инструкции, на выходе получаем, ну, приблизительно вот такого вот размера 3D-модель. Есть танки, самолеты, здания, машинки, корабли. Очень много всего разного есть. Стоит, ну, нашел я продавцов, где все это дело стоит, там, порядка 150 рублей, там, 120 рублей. Вполне земные деньги. Ну, очень рекомендую, да, вы хорошо проведете несколько часов, соберете интересную игрушку, но... Опять же, да, чтобы получить удовольствие, я, наверное, выложу ссылку на инструмент, потому что без инструмента, специального инструмента, вы получите только вот негативные эмоции, оплюетесь, выкинете в помойку и за сим закончится. Да, с инструментом будет гораздо веселее. Детям от 14 лет они рекомендуются, раньше, ну, наверное, ни к чему. Ну, либо там вместе собирать, потому что есть маленькие детали, которые он может проглотить, либо там попадет в глаз, например. Давайте на этом я это видео остановлю, а в следующих будем открывать телефоны и флешки для них. Подписывайтесь на канал, если вам интересно смотреть остальные распаковки. Оставляйте комментарии и жду снова в гости.